team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Earth Shaker. Prepare for battle! Seconds to battle! Так, были у меня небольшие проблемы со звуком, ребят. Теперь точно все нормально. Итак, ну что, ребята распределяются по линиям. Видите, что команда Black играет у нас против IG сегодня. И в пике команды Black у нас Зев, Шекер, Лич, Акс и Бристлбэк. И, соответственно, команда IG это Висп, Леон, Сларк, Шторм Спирит и Андаинг. Итак, Шторм Спирит у нас встречается против Зевса. Два таких штормовых парняги будут у нас стоять. Тем временем на топе... Ага, там уже забрали. Там уже First Blood Бристлбэк производит над Андаингом. Там у нас просто-напросто Шекер, Бристлбэк, Лич. Вот такая вот идеальная триплан против бедного Андаинга. Но, тем не менее, 1-0 в пользу команды Black. На топе у нас будет стоять Акс против Сларка и Йо. По-моему, кого-то не хватает. Не хватает Леона, который у нас сейчас забивает Куру. Забирает 700 голды, забирает у нас, собственно, Боттл. Ну и дарит всей команде дополнительную голду. Очень вовремя подошел. К сожалению, не было никакой инфы от Акса. Ну и, собственно, Варда... Также у ребят нету. Будем считать все то время, которое мы промолчали на протяжении там последних, я не знаю, скольки-то минут. То есть там сколько? 5 минут я молчал. Ну, будем считать это сегодняшней минутой молчания. Все-таки праздник 9 мая. Вот. Выкрутился, да, немного. Итак, тем временем, Шторм Спирит, третий уровень, есть Боттл, Зевс у нас пытается что-то делать, я не знаю, в лесу. А, стакает себе, видимо, ну или же Аксу там уже, в принципе, это вот без разницы, кому стакать, то ли самому себе, благодаря потом цепь молнии кставать. Но, тем не менее, третий левел есть, и маны не хватает, маны.
Фласочка отпивается у нас Storm Spirit. Так, промахнулся я чутка. Итак, Сларка у нас тут чуть не забрали, довольно-таки интересно то, что осталось совсем лоу хп. Ему просто повезло, серьезно. Ботлом отпивает у нас Ларка, Висп. Так, ну что? Пока вроде ничего такого интересного на линии я не вижу. Два у нас шторма. Два электрических парня стоят в миде. Да, вот самое интересное, наверное, пока за всю игру, это все-таки ФБ, который я немножечко пропустил. Так, пошли ребята, пошло замедление от Лича. От Фиссура. Фиссура кривовастенько уже вышла. Да, ну, сейчас бы ребята могли попытаться второй раз забрать у нас просто-напросто андайнга, но не забрали. Акс у нас там 4 уровня. Приобретайте транквиллы. Зевс сейчас будет стакать. Ах, рано, Зевс, рано. Тут стакаются на 55 секунде. Поторопился. Так, Зевса. Все-таки ботл у него есть. Просто разряжает полностью самого себя. Подбирает руну регена. И там Соуринг появляется на шекере. Ну что, 4-я минута. Тут у шторма 5,5 уровень. Даже скоро уже потихонечку дойдет до 6-го. Может уже залетать. Зевс пока расходует, расходует ману. Лич подбирает у нас руну баунти. А на топе у нас, по-моему, Сларк не так хорошо фармит. Хотя 22 крипа, там 26. Такое. Такс, ну что, почти 6-й уровень. Отпивается рун регена Зевс. Там отпивается Шторм Спирит у нас из бутылька. 6-й левел есть. Бристалбэк тем временем Power Threads. Что, 5-я минута. Шторм чекнул руну. Руну не нашел и вернулся обратно. Сларк. Я вижу, что Сларк страдает. Сларк у нас через Мидас пойдет. Ну, я не знаю. Мне кажется, Мидас не самая лучшая идея здесь, вот в данной игре. Все-таки Акс будет выносить какие-то быстрые темы, в принципе, как и сам Бристалбэк. Ну а там ребята на ранней стадии игры точно смогут выиграть ее. То есть у ребят такой дамажущий персонаж. Зевс у нас тоже потихоньку Соуринг собирает там. Ага. Ультимейт от Зевса и забрал Шторм Спирита. Там был отличный ганг от Шекера вместе с Личом. Так вот, при том, что тут ребята просто остались ранены. Акс не хочет заходить, хотя на самом деле он мог сейчас подойти, выйти. Ну там, да, там Висп, Тизер и прочее. Трое красных уходят. Фиссурка. Отличный бласт от Лича, и это в таверну еще и ее отправляют у нас. Саппорты просто разгуливают у нас по карте, им это позволяют. То есть, вроде как есть вард, вроде должна быть инфа, но нет. Просто зашли, забрали виспа. В итоге 3-0 в пользу команды Black. Но Бристалбэк у нас 5 уровня продолжает фармить. Есть топорик, уже Magic Wand есть, и есть Ring of Protection. Не знаю, будет ли себе Бристалбэк как-то приобретать, уходить в Вангуард благодаря щитку, или же как-то будет, скажем, собираться через Владимир. То есть такой вопрос спорный. Чутакс у нас не крутится совсем. Вот, пошел. Так, с тем временем, Invisibility у нас активирует... Ага, и сразу же отпивается Зевс с ботом. Что, будут ли заходить? Акс тут один. Так, тут саппорты на подсейве. Сларк, Глиф прожимает команда.
Ну надо, надо, ребят, глиф прожали, можно подраться, вы вчетвером тут. Все дальний бой практически, кроме одного Сларка там. Так, ставит тамбу, Зес тычкует и минусует у нас еще Андаинга. Шейкер тем временем на топе забирает у нас и вышку. Так, Зес, Зес у нас что-то тут поумирал, поумирал. Ага, там зомби его загрызали. Пиваться ботлом, приобретая себе телепорт. В принципе, все есть сейчас. Можно взять себе, в принципе, еще и арканы какие-нибудь. Так, фиссурка по двоим очень хорошо на тизере плетает у нас. Йо отпивает ботлом. Там отличный подкоп от Леона. По-моему, Леон у нас залетел. Залетает у нас сюда еще и шторм. Ага, цепляет. Ультимейт от Зевса. Шторм забирает Личак, забирает у нас Леона один в один. Разменялись и дабл килл атак. Сакс у нас топором забивает еще и Сларка, главного керри команды. Раскручивается. Фиссурка просто блокирует двух тиммейтов. Шторм уже дальше залететь не может, потому что у него нет маны. А у Акса появляется тем временем на базе уже Блинкдагер. Появляется также у нас у Лича Транквилы. И смотрим, что у нас в итоге. Два ультимейта, заюзанных от Акса. Собственно, две смерти и ультимейт от Зевса. Да, на дамаже он не хил. 6-1. Так, Бристол Блэк что-то как-то впитывает урон. Повпитывал, повпитывал, отошел. И ПТшечка появляется тем временем у Шторма. Отпивает зомбовым на базе. Ну, скорость атаки тоже. Тоже очень полезная вещь. Так, тем временем, Шекер у нас 4 уровня, Лич у нас 5. Я думаю, самое время переключить потихонечку статистику Крипстата на какую-нибудь другую статистику. Вот посмотрим статистику КДА. Опять же, видим, да, Зевс у нас 2.01, Акс 2.00, Бристол Бэк 1.01. Идеальная статистика. Два раза только погиб у нас Андайнг 0.2.0. Такую статистику он, к сожалению, имеет. Так, там драка. Залетают у нас на Бристол Бэка, привязывают. Просто высосали у него здоровье. Ультимейт от Зевса. Ага. Зевс так на развороте. Просто прилетел, помог своему товарищу, забрал при этом у нас Леона. Ну, неплохо, что ребята, в принципе, один в один разменялись. Ну, плохо то, что Кири забрали. Акс тем временем стоит за вышечкой. Ну, а вышка-то падает. Дабл дэмэдж активирует у нас Зевс. 10-я минута игры. Так, отлично. Ах, залетел. Сразу же агрит. Фиссура. Зевс у нас с болта забирает Йо. Замедление пошло на Андаинга. Есть томп. Так, подбривают. Отличный болт от Зевса. И это дабл килл. Еще и смертоносный стрик у него появляется. Подкоп. Хиксулина от Леона. Леон у нас пытается уйти. Агра так сакс у нас начинает раскручиваться. Томп. И это трипл килл от Зевса. Отличная игра. Просто великолепно у нас Зевс показывает, демонстрирует. Как он кастует просто эти болты. На самом деле, это действительно круто. Итак, проюзывается второй глиф от команды G. Но вышка, тем не менее, падает. А Бристол Бэк там уже нанизу подбивает вышку. И забирает там еще вышку. Минус 3 вышки. В итоге в плюс уходит команда Black на огромное количество. Акс залетает. Агрит у нас. Фиссурка. Чайник сюда залетает. И... Ой-ой-ой, чайник не в ту сторону, у нас, к сожалению, улетел. Но Сларк тем временем забрал Шекера. Хиксуют, привязывают, подкоп. Очень-очень плохо сейчас ребята сделали. Ультимейт от Зевса. Зевс забирает у нас Ларка. Пару тычек. Отлично, колючками подбивает одного. И дотянуться. Стреляй. Отлично. Колючками дотягивается и до второго. Дабл килл совершает у нас Бристол Бэк. Забирает Андаинга вместе с Леоном. Там совсем на карпетулечку ушел. Йо. Что, ребята сделали еще пару киллов. В 1500 экспириенса и 1200 золота ушли в плюс. На самом деле, действительно очень-очень круто. Так, ну что...
Ребята тут пушат уже Д2. Тем временем команда вчетвером боятся что-либо сделать. Там еще и фиссурина перекрытая, которую Шейкер не выпускает. И Шейкер добирает у нас вышку. Итак, приобретает Аркана, заюзывает вместе с Зевсом. Неужели пойдете на хайграунд, ребят? Мне кажется, это слишком опасное дело. Обычно на хайграунд ходят вот с этим парнем. То есть забирает у него все вещи и заходит. Ак, залетает фиссура. Отлично. Просто с ультимейта топора забирают у нас бедного Сларка Керри. И на Андайнге у нас висит горелочка. Горелка сильно не дамажит, но тем не менее неприятно. Чайник 15 секунд. Эхослам есть. Шестой только что появился у Шейкера. Ну, теперь нужна тогда инфа, чтобы Шейкер как-то давал фиссуру под того же Акса, который у нас летает. Он стоит позади. Агрит на себя Андайнга. Так, болт. Ультимейт пошел от Чайник. Там еще Эхо Слэм залетает, там Чайник раскастованный, Шторм залетает, забирает у нас Шейкера. Шейкер забрал при этом у нас Андайнга. Все на крапитулечку, лол, хп, болтак, цепной молнии, стреляет, а с даггера еще и уходит. Даблкил, Зевс у нас забирает еще и Шторм Спирита вместе с Леоном. Там ребята красные. Да, все расходятся просто на базу. При этом вышка практически не коцанная. То есть... Тут вопрос такой, ребятам все-таки нужен этот Аегис, либо ребята должны забирать там внешний ТВРа Т2, либо же зайти на Аршан, забрать его и идти уже дальше. Команде IG я просто не знаю, что им делать, включим другую статистику. Ну, во-первых, получить Леону вместе с ее шестым левелом, то есть ультимейт тут вообще, как мне кажется, переворот сделает в игре. То есть заряженный палец Леона разрядит какого-нибудь лича или Шейкера. Ну, Зевса точно пол хп сбреет. Так, ну я, наверное, оставлю все-таки общую ценность. Так, залетает у нас на штормаж. Шторм у нас загулял, пытается отойти. Болт накручивает и его сбривает. Просто ее молодец. Вместе со Штормом ребят залетели, забрали. Ну, правда, Леон погиб, к сожалению, но ее у нас... Просто заработал сейчас. Я хочу посмотреть, сколько он заработал. Вместе со Штормом по 800 экспы, 350 золота еще Шторм за... и 1500 почти золота у Йо. Я не знаю, у него 1000... Просто почти рейд-кликом Мека. Ребят, почти рейд-кликом. Просто там не хватает 400 голды. Лич тем временем почти 8 левел, и Мека пока у него не светит. Фиссурина дается. Ага, фиксуют. Стан. Пошло замедление. Там щиток, мановысасывалка. Ну, пососал. Ну и там. Там первый левел. Да-да-да, первый левел. И смоук от команды Black. Ну как, ребят, на развороте. 15 секунд. До ультимейта Шейкера. И Чайник уже готов. Так. Итак, здесь у нас отключается от игры, идет приостановка от Сларка. Быстро парень среагировал. Но тем не менее, пауза в игре, 16 минута игры, и у нас 18-5 счет. По графикам видим, что за 7500 команда Black ушла. Ну, там чуть больше, да, 75 тысяч, но это совсем мелочи. И за 10 тысяч по голде. Да, 75 тысяч XP и 10 тысяч голды. Так, ну что, Зевс у нас возвращается в игру, предлагает возобновить Штормецкий. И вот, все, Леон вернулся. Леон, говорю. Зевс вернулся, и сам Зевс пишет у нас Go. Так... Отлично, пошла у нас фиссурка, болт, ультимейт от Зевса, Шейкер продолжает гнаться, там цепная молния, регенерацию заюзывает, болт заюзать не может, инфы нету, тем временем Чайник раскастованный залетает у нас по крипам, по всем. Там был сбривает, Бристал Блэк забирает у нас Андайнга, тем временем проблемы у Шторма, Шторм также отъезжает Таверну, Шейкер забирает у нас благодаря фиссуры и Тамбы, Шторм Спирита. Ребята просто зашли на хайграунд, там бэкдор. Без крипов ребята не зайдут.
Минус 3. И 2500 уходит команда Black и 1500 золота. Итак, 21.5. Ребят, соберитесь. Я не знаю, что вам нужно сейчас какое-то чудо, чтобы вы вместе... Ага, чудо залетело на них. Ультимейт Атакса забирает он Леона, продолжает дамажить Андаинга. Болта пока нет, на хосте забегают у нас, точнее не хосте, а дополнительной скорости от Акса. Бристал Блэк забирает время Андаинга, это уже минус 2. Ну хотя бы Шекер-то можно забрать, у него есть Техослам. Сейчас Фиссура откатывается. Фиссура, тем временем Акс залетает, сейвит своего ультимейта, Болт. Цепная молния и лич забирает у нас благодаря плазме Шторм Спирита. Это минус 3, и уже тот, кто умирал первый раз, уже вернулся к нам. Леончик уже возвращается, бежит обратно. Но пол вышки ребята сбрили. Яша у Бристлбека. Итак, ребята... Подбирает у нас руну Баунти Зевс. Сразу же сбрасывает линку. Начинает накидывать, настреливает тут на Рошана. И Дискорда появляется у Зевса. От Дискорда это действительно очень круто. Так, Болт. Решил на развороте Зевса нас проверить на всякий случай. Не, на самом деле очень-очень круто. То есть там и Лич, там и Шейкер. Ну, про Акса ничего сказать не могу, потому что у него физический урон, но вот и тот же самый Зевс, благодаря этим дискордам, будут наносить действительно огромное количество урона. Просто от КД-1.75. Итак, Вангуард появляется на Аксе. В принципе, пайпа тут не нужна, а вот Кримсон действительно очень пригодился. Лич у нас собирает замечательный новый итем. Glimmer Cap, если я правильно читаю. На самом деле, я пока, ну, скажем, играл, конечно, на новом патче, но название не знаю, как именно чисто правильно читается, но вроде Glimmer Cap, как бы тут... Кейп. Кап. Ну, я думаю, кейп все. Ну и да, этот итем можно вешать на своих союзников, чтобы уходили в инвиз на некоторое время, как ультимейт от Мирана. Это действительно очень круто. Так, ну что, Бристлбэк. Есть Аегис, Вангуард, Саша Яша, ПТ, Стики. Толстый Брист. Все, может идти танковать. Уже заюзывает на 10 тысяч метров отсюда колючки. Стреляет, настреливает, ман тратит. Кримсон заюзывает, ребята, щиток на Бристлбэка. Все, Бристл зашел, он не боится. Хотя надо на Акс, на самом деле, вешать, потому что Акс у нас врывается на остальных. Сларк у нас пока в шадовом улете. Так, что дамажат? Кримсон закончился. Ак залетел. Ой, залетел на Зевс. Сразу же с ультимейта болта сбивает одного. Сделает дабл килл. И Акс у нас забирает Йо. Забирает у нас также Андаинга. Проблема у нас у Лича. Лича у нас все-таки сбивает Сларк. Забирает одного. Но Ак залетает на Сларка и делает тоже дабл килл. Дабл килл. И забрал у нас Шекер Андаинга. Вот так вот. Ну и это в итоге минус. Бараки. 4000 уходит для команды Black и 2300 уходит по золоту. Все, это минус медовые бараки вместе с вышечкой. Итак, а тем временем... А, Дайгер еще и у Шикера есть. Это вообще круто. Но ребятам надо, тем не менее, чтобы зайти на вот эти вот вышки и сбривать их, им надо все-таки подбрить внешние товара, что они изначально не сделали. Мне кажется, все-таки надо было сбрить внешние, потом заходить на хайграунд, точнее, потом забирать Рошана, зайти на хайграунд, и после этого уже сносить мид, перетягиваться на топ, на бот и забирать там. Вот, как мне кажется. Но, тем не менее, Shadow Blade появляется на Сларке. Вот, это тот самый медат, который практически не был реализован на протяжении всей игры. То есть тут, ребята, команда Black на раннюю стадию игры все брали. Итак, Бристл забрал на вышку.
Кримсон еще не будет 40 секунд и 2300 голды. Так, залетел у нас Шейкер, стал там Буфи, Суро, забрал Зевс у нас Шторм Спирита, там Бу просто-напросто сбривают. Акс у нас пока кулдаун Дайгера. Дикеем подбирают у нас Андайм сразу же. Трай зацепил. Мека появляется на Йоа. Залетает Шейкер, дает Фисуру, закрывает просто-напросто Андайнга. У Андайнга проблема, Андайнг пытается как-то выбраться, но там уже не уйти. Там все-таки это борозда стоит. Забирает Андайнга, залетает так, агрит двоих, ультимейт от Зевса. Бристалбэк забирает у нас еще Леона, даблкил от Бристалбэка. И Ак забирает у нас Виспа благодаря ультимейта. Практически собирает Аганим у нас Акс. Ну и ребята тут просто несут верхний ТВР, взлетает дальше, Болт, Фиссура, Тамба. Ну, это уже, по-моему, фит. Это уже, по-моему, фит пошел от ребят. Лично забрал Шторм Спирита. Ну, посмотрим графики. Да, там, графики за 20 тысяч там по и по золоту. Вообще за 25 уже ушло. Вот, пошел опять. Леон подошел, Дискорду повесили, с молнией его забрали. Все, минус Леон. Леон в таверне. Ребята уже собраться не могут. Минус две стороны. Дефы тут вообще, мне кажется, ничего не, никак не помочь уже команда IG. Ну и ребята под Кримсоном, щитками от Лича, разваливают Т4. Поставил тамбу у нас Андайнг, ультимейт, эхо слэм, чайник залетел, и Шейкер забирает у нас Андайнга. Шторм залетает, забревают у нас Шейкера, улетает обратно, Висп у нас притянулся, Меку заюзал, пытается на третьем скилле добавить дополнительную скорость для Шторм Спирита, а Леон у нас забревает благодаря Фингера Акса, здесь забирают у нас Виспа, Акс у нас делает байбек, возвращается обратно тем временем. Залетает Лич, сбривает Сларка, сбривает Шторм Спирита. Просто бластом на двоих, даблкил. Забирайте Аганим, ну и там уже минус Т4 второй. Акс байбек сделал, но сидит на базе. Ультимейт от Зевса, там выхиливают Леона. Мека, вот такой вот итем приобрел у нас Акс. И побежал куда-то там на топ. Приобрел себе еще вот такой Гордон Грейвес. Ну, там не хватает арканы. Арканы! Надо купить арканы! Трон падает! Нет, Акс не успеет покупать. Появляется Аганим последним моментом у Шейкера. И это ГГВП. Ну что, поздравляю команду V-Black. Ребята выиграли за 24 минуты практически. Это очень-очень круто. И сейчас они встретятся против команды Нефартит. Вот такое вот название команды. И это уже будет у нас полуфинал. Система такая же Best of 1. Так что далеко не отключаемся. Думаю, минут через 10-15 уже начнется полуфинал.